Сейчас с помощью сканера OBD Star MS-80 мы проведем полную диагностику мотоцикла Triumph Speed Triple 1050 2020 года выпуска. И поскольку на нем завершены сервисные процедуры, мы сбросим сервисный интервал. А мотоцикл Triumph используется разъем 16 пин типа OBD. И здесь он находится в этом месте, очень просто найти под сиденьем. Сейчас мы к нему подключимся. Теперь мы проведем диагностику неисправностей. Заходим в мотоциклы, выбираем Triumph, запускаем программу. Программа предлагает нам справочную информацию, либо диагностику. Сейчас у нас еще нет коммуникации с мотоциклом, поэтому мы можем зайти в справочные данные, выбрать ту модель, которую нам нужно. У нас это, соответственно, Speed Triple 1050. Вот. И здесь есть такая кнопка, которая называется «Технические бюллетени». Мы можем ее открыть. Идет подключение к серверу. И для данного мотоцикла существует у производителя два бюллетеня. Один из бюллетеней посвящен сбросу сервисного интервала. И это можно сделать как с помощью прибора, так и в ручном режиме, просто поняв, какая последовательность выполнения этой функции. И в данном бюллетене как раз описывается, что если вот у нас вот такая панель, вы можете посмотреть, у нас именно такая панель на данном мотоцикле, то существует определенный порядок действий, который поможет нам перезапустить сервисный интервал, завершив сервис. Данную информацию тоже можно перевести на русский язык, но я предпочитаю пользоваться английской версией. И второй бюллетень, который сейчас подгрузится, это информация о настройках конфигурации инструментальной панели в случае выявления, допустим, проблем с предохранителями. Здесь показано, какие предохранители выходят из строя, где они расположены. И если мы нажмем русский язык, у нас страничка автоматически перейдет на русский, но соответственно, это автоперевод, поэтому рекомендую вам пользоваться английской версией. Теперь мы перейдем в раздел диагностики. Выбираем нашу модель. Выбираем блоки. Нам доступны двигатель ABS, TPMS, иммобилайзер, сброс сервисного интервала и специальные настройки. Давайте начнем с двигателя. Сразу у нас показан производитель блока управления и что он поставлялся с 12 по 20 год. У нас как раз мотоцикл 20 года. Сейчас мы это сможем проверить. Идет коммуникация. Мы вошли в блок двигателя. Информация о блоке управления, коды ошибок, текущие параметры, активационные тесты и специальные функции. Заходим в информацию о двигателе. Здесь у нас указан производитель блока, VIN мотоцикла. Далее версия прошивки, это 17 год, 1 число. И время последнего программирования, либо смены прошивки, это 23 июня 2021 года. В принципе, модельный год у мотоцикла 2021. Теперь мы проверим ошибки. У нас существуют в памяти две ошибки, связанные с потерей коммуникации по кан-шине между блоком управления двигателем и ABS. Они у нас сохранены в истории, поэтому они нам не нужны. Мы сделаем удаление. Ошибки успешно удалены. Теперь у нас в блоке управления их не осталось. Это меню интересно тем, что именно для этого меню и нужны эти приборы, потому что к нам часто обращаются, зачем нужен сканер для мотоцикла, все можно сделать руками. Но вот, к сожалению, руками очень сложно посмотреть одновременно все параметры. Данный прибор, он позволяет посмотреть как состояние компонентов, так и динамические параметры. Входим в меню, выбираем All, нажимаем OK,
И здесь у нас дается информация о всех датчиках и компонентах, которые присутствуют в программе блока управления данного двигателя. Это, допустим, напряжение датчиков EGO, это напряжение аккумулятора 12 вольт, нагрузка скалькулированная, давление по трем цилиндрам, информация по катушкам, температура охлаждающей жидкости, скорость двигателя, положение клапанов, давление в впускном коллекторе, далее информация по впрыску, время впрыска, угол опережения зажигания, датчики MAP и так далее. Также кислородные датчики, первый, второй. Здесь довольно богатый выбор этих параметров. Теперь мы можем посмотреть состояние компонентов. Допустим, включен или выключен у нас тормоз. Нажато ли у нас сцепление. И так далее. Здесь полный список активности или неактивности других компонентов, которые мы тоже никогда не сможем посмотреть без такого прибора. Теперь мы переходим в меню активационных тестов. Здесь мы можем активировать, допустим, панель, мотор регулировки хвостового хода, клапан продувки, включить топливный насос, включить вентилятор, систему подачи вторичного воздуха, клапан впускного воздуха, датчик положения, проактивировать датчик положения клапана дросселя, активатор выпускного дросселя и так далее. Выходим из этого меню и переходим в специальные функции по двигателю. Здесь есть защита от дурака. Мы ее обходим. И данный прибор на этом мотоцикле поддерживает 5 специальных функций. Это сброс всех адаптаций. Это регулировка датчика положения дроссельной заслонки. Это регулировка на холостом ходе смеси подачи воздуха. Это регулировка выпускного клапана. И это балансировка дросселя. Теперь мы переходим в систему ABS. Это у нас производитель Nissin. Информация о блоке здесь у нас меньше. Информация о коде блока управления и версии программного обеспечения. Здесь у нас тоже есть активные коды ошибок и есть информация по этим кодам. Здесь мы можем посмотреть, какие условия для создания этого кода и что нужно, какой технический бюллетень нужен для того, чтобы провести ремонт. Описаны симптомы и возможные неисправности, что следует посмотреть. Но мы просто проведем. Данный мотоцикл был в аварии, поэтому он разбирался, собирался, поэтому, возможно, эти коды остались. Мы сейчас попробуем их удалить. Нажимаем удаление. Коды удалены. Еще раз читаем их. Заново они не появились. Далее мы переходим в текущие параметры. Здесь у нас тоже динамические параметры и состояние. Здесь мы можем посмотреть скорость с датчиков колес. И у нас два варианта, передние и задние, в милях и в километрах. В состояниях у нас активация тормоза и предупреждающая лампочка ABS. Она у нас сейчас моргает, поэтому вот он здесь так вот переключается из одного положения в другое. Теперь посмотрим специальные функции. Здесь у нас продувка системы ABS. Еще одно полезное меню называется «Специальные функции». Здесь у нас есть функции, связанные с настройкой дисплея и разблокировкой блока управления в случае, если мы его меняем. Заходим в первые настройки. Информация о блоке управления, который мы уже видели, и специальные функции. Мы можем настроить рынок сбыта, мы можем активировать меню ABS, деактивировать меню,
активировать, допустим, поставить датчики давления шин в колеса и активировать эту систему тоже. И также мы можем сменить конфигурацию дисплея. Все это называется кодированием, и, конечно, это можно сделать только с помощью специализированного прибора. Теперь мы заходим в меню сброса сервиса, нажимаем ОК. Здесь есть блок, информация о прошивке, связанная с сервисом. Мы можем почитать также текущие параметры, то есть это текущее состояние одометра и информация о следующем интервале после сброса лампы. Соответственно, здесь у нас получается, сейчас у нас 5323 километра, следующий интервал это 21323, то есть 15 тысяч получается, да. Заходим. Конфигурация одометра. Здесь просто информация, в каких единицах измерения показан одометр. Переходим в специальные функции. Угу. Здесь есть настройка стандартного интервала сервиса. Здесь настройка по пробегу до следующего сервиса. Прописка одометра, то есть вот информация по одометру, настройка времени и настройка сервиса по дате. Давайте посмотрим, что у нас стандартным сервисом. Здесь написано, что стандартный сервис у нас обычно 6000 миль или 10 тысяч километров. На данном мотоцикле следующий сервис настроен на 10 тысяч километров. Далее мы можем настроить сервис по дате. Входим сюда. И у нас сейчас 17 мая 2023 года. Мы сейчас сохраним это значение как дату проведенного сервиса. Нажимаем ОК. Сканер делает следующие даты сервиса через год, мая 2024. Мы скажем ОК. Операция завершена, и обратите внимание, данные на панели приборов у нас тоже изменили свой цвет, и теперь у нас стоит май 2024 года. В принципе, на этом сброс сервиса мы можем считать завершенным.